Огромный резонанс вызвало расследование съемочной команды репортера о качестве рыбы из Хаджибейского лимана, который мы провели на прошлой неделе. Я напомню, в Пеленгасе из водоема нашли три пестицида, среди которых ДДТ или ДУСТ. Пользователи форума «Одесский клуб рыболовов» создали даже отдельную ветку, где обсуждали результаты расследования. То, что осветил телеканал, это мгновенное прекращение любой хозяйственной деятельности на территории водоема, вплоть до признания экологической катастрофы. Жалко, что водоем умер окончательно, а я все надеялся, думал, пронесет. Недоволен результатами анализа Пеленгаса председатель рыбопромышленной ассоциации «Хаджибейский лиман» Олег Степаненко. Он заявил, имеет другие заключения, согласно которым в рыбе не выявлены вредные химикаты. Мы приглашаем в нашу студию сотрудников ассоциации, вместе сравним лабораторные показатели.